Давайте наградим их бубнами, аплодисментами. Спасибо большое. Для приветственного слова. Для приветственного слова на эту сцену мы приглашаем помощника заместителя министра культуры Российской Федерации Екатерину Трудневу. Исполняющий обязанности директора Департамента межнациональных отношений Министерства культуры Российской Федерации, разрешите поприветствовать организаторов, участников и гостей вечера кумыкской культуры. Россия веками формировалась как государство, где многочисленные ее народы жили в атмосфере добра и согласия. Благодаря этому вековому взаимодействию и сформировалась наша многонациональная страна, неотъемлемой частью которой и является кумыкская культура, ее обычаи и традиции, художественное искусство и литература. Общественные организации кумыков вносят значимый вклад в развитие и сохранение этнической и религиозной самобытности. Мы надеемся, что созданием московской организации кумыков «Кумуклар» продолжит свою работу в дальнейшем развитии языка и культуры кумыков. Еще раз хотела бы вас поприветствовать, пожелать вам развития, достижения новых целей. Всем мира, добра. Спасибо. Спасибо большое. Также сегодня у нас в гостях вице-президент одной из наших региональных структур – национально-культурной автономии кумыков Кудермесского района Чеченской Республики Тюре. Встречайте, Рената Абулаева. Саламу алейкум. Әйелі қандашылар, башлап Алай рәзі болмайды айтмасы емі бұл байрамды бүгімізге әзіреткерлі кумықларды организацияғады и бәрі олар көмек еткерлерді бәрімеді Алай рәзі болсын. Чечен Республикадан келгеміз, Төреді кумықларын әпшесін организациясын представит етіп, мен алдымда Руслан айтқан күйді, біздің республикада екі организация бар. Бірсі Түзлік башқа районда, и біздіңкі Төре Дүрмес районда. Айтқан күйді март айда объединение біз болма керек, бірлесіп бір ішіні патадной организация жүргізген күйді. Біздің основной целлеріміз, кулукларыбыз әтмей керек. Біздің кумык халқыны дәлдейшім алар бұйырғамыса оқуғады, ілмуғады қасты әтіп, оқыма қарасын үшіндіп, өзіне яшайма ерлерінді яна русском скажу в местах их проживания, чтобы создавались условия, которых им иной раз не хватает иногда. И в большей степени, конечно, образовательные проекты, как уже было указано, это обучение в вузах Турции, также в ряде других вузов других стран. Ну и чтобы не быть голословным, мы бы хотели продемонстрировать небольшой ролик, который был смонтирован из материалов нашей деятельности за прошедший год. Алай рәзі болсын бәріңізге. Қараңыз.
Как мы уже говорили, что мы проводим разные образовательные проекты, и один из проектов – это направление на учебу, пока еще только в Турцию, студентов, которые проявляют себя в разных сферах. Мы их отбираем посредством разных конкурсов. Два года подряд это происходит посредством кумыкской литературы. Мы разработали 25 шорт-лист из 25 произведений кумыкской литературы, по которым объявляется конкурс, люди подают заявки, пишут мотивационное письмо на кумыкском языке, автобиографию на русском или кумыкском языке, и как они видят развитие Московской кумыкской самоорганизации на иностранном языке. Плюс кумыкская литература. То есть это не